Всем приветик, с вами Танюшка, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, как вы уже поняли, я снимаю новое видео на магазинные новиночки. У меня вот сегодня есть на обзорчике такой вот Oreo и Milka, Джей Филдс написано. Попробуем сегодня с вами, я вам скажу, стоит ли это покупать и стоит ли это тех денег, за которые я их купила. Также у меня есть вот такой вот новенький Skittles. Пишите, кстати, в комментариях, кто из вас пробовал все это, а кто нет. Также у меня есть две новиночки от 7 Days. Это такие вот какие-то хлебцы со вкусом пиццы. И вот такие вот кексики 4+1. Давайте поскорее с вами начнем пробовать, потому что я как раз ничего не ела, голодненькая, поэтому сейчас, наверное, съем все сразу. Давайте, наверное, я начну с вот такой вот Милки. Покупала я эти вкусняшки все в Польше. Стоили они примерно где-то 5 с копейками злотых, а вы же переведите на свою валюту и уже определите, дорого это или нет. Ну, могу сказать, что это не особо дорого и не особо дешево, но давайте попробуем, стоит ли они этих денег и вообще стоит ли это покупать. Вот написано, что это новиночка. Пахнет это вкусненько, но в принципе я покупала похожие, только намного-намного дешевле подушечки, и они в принципе пахли так же само. Такие вот они маленькие, хотя на картинке нарисованы они намного побольше, а на самом деле они такие вот малюсенькие. Вкрапление шоколада, пахнут тоже таким какао каким-то, не знаю, палочками кукурузными, что-то такое. Давайте будем пробовать. Попробовав одну штучку, даже не знаю, что вам сказать. Честно, я почему-то думала, что эти подушечки Милки будут намного вкуснее, и за те деньги, которые я купила, наверное, я могу вам сказать, не тратьте свои деньги, так как трачу их я для роликов, чтобы вам сказать свое мнение. Потому что, в принципе, сходство у этих подушечек с Милкой вообще нулевое, вообще его здесь нету. Говорю вам почему. Они вот больше похожи не на такие вот классические подушечки, как продают вот, не знаю, там для молока, еще для чего-то. А они больше похожи на кукурузные палочки с таким вот ореховым привкусом. Это как кукурузная палочка с нутеллой. О, вот это вот будет четкое описание этих подушечек. Но тех денег, что оно стоит, не, я, наверное, больше такого покупать никогда не буду. Вы сами, конечно, решаете, покупать это или нет. Можете, конечно, один разочек купить, попробовать. Но особо это так, что вау, эффект какой-то, то я бы не сказала. И с Милкой, конечно, здесь сходства вообще нет. С ними, короче, все ясно. Давайте теперь попробуем Oreo. Такая вот голубенькая упаковочка. Тоже это не такого большого достаточно размерчика. Ну, а на самом деле, наверное, размерчик такой же, как и у Милки. Честно, вот у этих подушечек есть такой вот Oreo запах, такого печенька. Они тоже вот такие вот маленькие, с краплением чего-то беленького, даже похоже на кокос. Хотя, по идее, кокоса здесь быть не должно. А, да, на картинке тоже есть такие белые крапления. Ну, давайте будем пробовать. Такой интересный вкус. На Oreo, конечно, это же не похоже, так же самое, как и Милка. Но вот такой вот какой-то знакомый вкус. Не могу сказать, что это ужасно. О, точно. Мне эти подушечки напоминают по вкусу кунжут. Кто ел кунжут и попробует хоть раз вот эти вот подушечки, то тоже могут сказать, что реально вкус кунжута. Но сходство с Oreo... Я не знаю, почему здесь. Наверное, просто вот этот вот бренд Joy Fields решили просто, наверное, использовать Милку и Oreo для того, чтобы, я не знаю, как-то подняться, обогатиться. Я не знаю, в каких целях. Но вот эти вот два продукта, сходство с Oreo и с Милкой, вообще в них никакого нет сходства. Вообще. И мне кажется, тех денег, что оно стоит, вот это, покупать его я вам не советую. Можете разочек купить, попробовать, чтобы знать, что оно из себя представляет. Но я вам сказала уже свое мнение, а вам решать, конечно. Следующее, что я хочу попробовать, это будет новиночка от Skittles.
как я понимаю, 5 каких-то новых вкусов. Они вот какие-то вот необычные, фруктовые, там что-то в них такое, супер-пупер. Ну, давайте с вами попробуем, супер-пупер это или нет. Потому что, как я уже поняла, я много пробую разных новинок в магазинах вкусняшек. Они вот используют знаменитые какие-то бренды, но второй раз я бы этого не купила. Пахнет вкусненько, сразу какими-то такими сладкими газировками, хотя газировки я не пью. Они достаточно такие прикольные. На стандартные Skittles они не похожи, у них вот какая-то такая мягенькая оболочка. Давайте попробуем вот такую розовенькую. Розовенькая это с клубничным вкусом, как тут написано. Этот Skittles больше похож на такие очень вкусненькие жевательные конфетки. Это достаточно вкусно, не ужасно. Давайте каждый вкус попробуем. Клубничная, в принципе, вкусненько. Зелененькая это со вкусом лайма. Сразу чувствуется вкус лайма. Только такой вот специфический, немножко дельхимозным таким вкусом. Ну, в принципе, на лайм похоже. Желтенькая это со вкусом лимона. Лимонная тоже похожа на лимон. Еще здесь есть оранжевенькая со вкусом апельсина. И фиолетовая с какими-то ягодками. Давайте попробуем. Они вот такие вот достаточно маленькие. Да, фиолетовенькая как со вкусом таких лесных ягодок. Тоже, в принципе, очень вкусно. Ну, что могу сказать за этот Skittles? Он стоит порядка на пару злотых, так как я покупала в Польше, пару злотых стоит дороже, чем обычный стандартный Skittles. Ну, что я вам могу сказать? В принципе, те вкусы, которые здесь указаны, 5 вкусов, они, в принципе, вкусные. Каждый вкус на свой вкус похож. Тоже не могу сказать, что я буду постоянно этот Skittles покупать, хотя потому что я вообще не фанатка Skittles. Ну, меня, по крайней мере, не разочаровал, так как вот эта вот новиночка. Теперь давайте, наверное, отвлечемся от сладенького, немножко с вами похрустим. Я вот увидела такую вот новиночку от 7 Days. Это какие-то хлебцы, я не знаю, или что это такое, со вкусом пиццы. Интересно, со вкусом какой пиццы будут эти хлебцы? Потому что пиццу я вообще очень сильно люблю. Но пицца-то есть разная, есть веганская, есть мясная, есть морская. Интересно, со вкусом какой пиццы будет? Со вкусом какой пиццы будут эти хлебцы? Пишите обязательно в комментариях, а я сейчас попробую и скажу вам. Буду надеяться, что это вкусная пицца будет. Я от 7 Days ела раньше только круассаны. Я очень люблю круассаны 7 Days. Это вот зашла в Ашан, увидела такие две новинки. Такие хлебцы со вкусом пиццы и такие вот кексики. Давайте сначала с вами похрустим солененьким, ну а потом напоследок уже запустим кексиками. Пахнет достаточно таки привлекательно. Сколько здесь грамм? Здесь 160 граммов. Давайте с вами достанем хлебчик. Вот так вот он выглядит. Ну, как всегда, с одной стороны нету приправы, приправа только с одной стороны. Если закрыть глаза и оценить этот вкус, то я могу вам сказать, что это вкус очень вкусной пиццы. Такой вот очень приятный привкус соуса. Наверное, здесь есть какой-то бекончик. Что-то вот такое вот. Честно, хлебцы очень вкусные. Не знаю, покупала ли я их постоянно бы, но по крайней мере, вот эта пачечка не пропадет. И я их обязательно скушаю, похрущу, потому что эта пицца оказалась достаточно таки вкусненькая. Закрою глаза
и представляю, что я ем пиццу. Пишите в комментариях, кто хоть раз пробовал такие хлебцы со вкусом пиццы. У меня, я думаю, они не пропадут, вот это точно. И последняя новиночка, которая у нас на сегодня осталась, это такие вот кексики 7 Days. Здесь вот как пишут 4 плюс 1, типа как один в подарок или что, я не понимаю. Стоили они примерно, сейчас вспомню, 5 чем-то где-то злотых, покупала их в Ашане. Здесь 5 штучек по 32 грамма написано. Давайте с вами поскорее вскроем их и протестируем. Здесь вот каждая такая бисквитка. Вообще я бисквитки очень люблю. Думаю, эти меня тоже не разочаруют. Каждая бисквитка вот так отдельно в упаковочке запакована. Ну, здесь 5 штучек, как было написано на упаковке. Давайте один возьму. Вот такой вот. Кстати, можно с собой брать на перекус куда-то там. Чайком. Или просто так. Пахнет это очень вкусно. Я очень люблю шоколад. Очень люблю шоколадные бисквитики, рулетики. Поэтому, думаю, эта новиночка меня не разочарует. Пахнет это просто восхитительно. Вот так вот это все выглядит. Очень красивенько. В такой вот бумажечке. Это очень вкусно. Но я почему-то думала, что здесь будет вот эта шоколадная прослоечка. Более такого выраженного шоколадного вкуса. И почему-то я думала, что она будет темнее. Потому что вот можете посмотреть на картинке, здесь более темная такая прослойка, а в реальности она очень-очень светлая. Но это очень вкусно. Ладно. Буду заканчивать я есть, потому что думаю, если я продолжу, то этого всего не останется, и это видео затянется очень надолго. Могу вам, в принципе, рекомендовать эти бисквитки. Но, конечно же, производитель немножечко обманывает нас, потому что на бумажечке здесь очень темный шоколад. И я думала, что он будет более такой насыщенный. Потому что вот этот вот шоколад даже не очень похож на тот шоколад, который используют в своих круассанах 7 Days. Но это очень вкусно. И очень сладко. Сразу хочется чайком или водичкой запить. Вот такое вот сегодня получилось у меня видео. Наверное, посуммировавший этот ролик, я могу сказать, что моим разочарованием сегодня стали вот эти вот две новиночки, потому что они вообще не стоят своих денег, и сходства с Oreo Milk'ой здесь абсолютно нету. А понравились, наверное, мне вот эти вот бисквитики 7 Days, хотя производителю на заметочку, что надо делать так, как на картинке, как и в реальной жизни. Ну, как всегда, реклама нас немножко обманывает, они для привлечения внимания делают все поярче, все покрасивее, а в реальности это, как всегда, немножечко не то. Ну, это было очень вкусненько. Пишите обязательно в комментариях, что вы пробовали из того, что я сегодня попробовала, что вы хотели попробовать. Вот такой вот сегодня получился обзорчик. Вам, конечно, не решать, что с этого покупать, а что не покупать. Я вам просто сказала свое мнение. А на сегодня буду с вами прощаться. Всем до скорой встречи в следующих видео. И всем пока-пока!